Так, ну что, начинаю слесарить вот такой клинок, сталь хром 8, очень какая-то сейчас популярная сталь, на слуху, говорят, что охренительно режет, вот, какая-то там прям супер рез, миллион раз, ну, думаю, надо попробовать. Зашел на Озон, в Ножинске, по-моему, купил хром 8, в термичке, я так понял, Сергея Бурова, Бурчитай. Ну что ж, посмотрим, какой будет результат. Потом нож я соберу и, скорее всего, на него уже есть заказчик. Ну что ж, начинаем. Ну что, предварительную зарезку сделал. Сейчас буду снимать спуски. Что могу сказать? Слесается легко. Делаю 36-й лентой. Думаю, до конца, до обуха дотяну, а потом буду переходить 40-я, 60-я, ну и может 80-я. Ну, посмотрим, как пойдет. Так, ну что, отслесарил. Слесарил 36-й лентой. Нормально слесарится, легко, непринужденно. Никаких особых проблем с хром 8 я не видел. Ну что, теперь ставлю контуровку, пройдусь по контуру и буду делать, начну рукоять. Понравилось мне в работе, как она слесарится. Посмотрим, как она будет резать. Так, ну все, слесарку закончил. Вот такой вот получился крейсер. Все аккуратненько, ровненько. Вот такая твердая. Как говорится, легко и непринужденно. Ирка не заточена. Сейчас убираю скотч и начинаю делать накладки на рукоять. Посмотрим, будет, как будет резать.